очень скилловый молодой человек. Ну что, тамнуться на длине BIG, решили все-таки возвращаться назад. Не удается запустить снайпера в яму. Один дым у Тизиана, ну и вот... Давайте свои терять, об экономике не стоит забывать. Забирает рейн Тапсена, последний Тизиан красный. Ну все, пулечку. Да, рейн его добирает. Флешка не успела сработать. 4-0, дамы и господа. Уверенный старт тут команды. Строим. Так, ну и... Концовочка, смоки уже проходят в просвете, буст делают. Подсадка Кейт срезает, но тут же размен. Ну, да. Авик на пленте. Все-таки Кито его убил, 2 в 3. Флешка. Да. Уже других Рейн искал, уже готов был дальше есть своих противников. Ну, 6-0. Ну. Выговор, я бы сказал, выговор, сделан. Выговор. Так, смок налево-направо дают у нас беги под флешку. Твист выходит с бланда, забирает на зуму. Первый фраг дает по Кито, второй по Тапсену. Минус 2 оформляет он. Размен есть. 3 в 4 для бегов. Не смотрит вообще на мидл. Как же они так выскочили? Без инфы, наверное, были. Так, проходит дальше. Рейн контакт забирает. И вот 2 в 2 ситуация остается. Ну и возможность для бегов зацепиться за первый раунд. Да, сплит все-таки зарешал, несмотря на то, что два опорника было на базе Б. Только Твист в центре. Разбирался. Броки. Так, ищет. Да. Полутал немножко гранатки. Первая флеш пошла, вторая под нее играет Керриган. Ловит ее гейт, но Сюрсун с АВП забирает вырывавшегося Керригана. Последний броки с АВП. Что будет делать у нас? Так, ну пока ждет. Опа! Один... Алло! Да ладно! А куда спим? На машине последний, но нету информации. Ну и Броки, наверное, вообще не ожидает его здесь. Да, даже не играет в этой позиции, понимая, что может быть игрок. Забирает его как итог гейт. Ну, в принципе, зарубочка-то у нас намечается. Очень важно, как вот этот парень под смоком отыграет во всей этой зарубе. Пошел уже буз, готовится полностью принять. И буз в ответ. Ух ты, так нечасто увидишь, что и забирает Тапсона. Это очень важный фраг, может быть. Скоро смоки будут заканчиваться. Олаф забирает гейда. Алло, 5 в 3. Беги, вы чего? 2 в 5 остались. Рейн на подсадке все это время сидит. Тизиан к нему боком. 30 кп у него остается. Выход на смерть. И Сирсон соло против четверых. Да, нет, тут прыжком уж развели. Ну, 5 на 5 была драка. На швед вообще дает, конечно, жару. Важнейшие фраги дал. Так, вылетает Тизиан на длину. Тут все в бланде, все друг по другу стреляют. И все-таки Тизиан перевелся, законтролил этот спрей. 26 кп у него остается. Хаешка каким-то чудом его не убивает. Броки. Забрал первого. Второго. Сюда же. Закрывается смоком. Молота. Все, закрыто. Да и вообще, опять-таки, грубо говоря, один Броки был в пленте. Но насколько он поработал, гранатами кинул, пожил. Ну, браво, браво, снайпер. Хорошо работает. 16 на 5 у него статистика. На секундочку. Идет у нас Броки. Ну, это... Пах карта. Не убил Сирсон. Вот это да. Не, Броки просто разрывает. Намерение у него... Жестко эту карту забрать для своей команды. Так, пошел дальше искать. Уже нагло стаб. За эйсом пошел. Минус 4. А, это реально есть спокойно. Дайте им фраг молодому. Тизиан. В яме. Ну, не читает его. А так, о, нашел. Эйс, эйс! Еще один эйс нужен. Говорит, отдохну. Дышим. Так, Броки. Ну, не репикает нагло. Все-таки молодой, да. Любой другой молодой бы, наверное, пошел. Это хотя бы с паузой. Пошел, и это эйс абсолютно заслуженно. Браво. И на телефоне Мегуго включен. Да. И в другой вкладке ставки GBet с промокодом. Хорош, Броки. Хорош. Ну, тут развал сделали на длине. И то ответный эйс. Ответный, ну это дигл от Кита, это ничего нового. В принципе, хорошая хэдшот. Я такого ни разу не видел. Так, не попадает, зачекалил его Керриган. Кито, надо брать! Нет, все-таки Керриган. Строго. Повесил капитан. 2-2 отыгрывают фейзы. Да, у нас прокидывает Рейн гранатки. Так, флеш под выпад от Керригана немножко повело капитана фейс-клан. Ой, преимущество для бегов. Олаф Мейстер. Ну и заходились немножко, беги. Жду длину. Тапсон должен помочь. Есть дэмэдж. Убил все-таки Броки. Олаф. Оп. Прогнал. Пул действий. Вообще, я лично ожидал больше. Я вообще ожидал более чем уверенного, спокойного даса для бегов. Но жесткая индивидуальная игра от Файзо. Прежде всего, так, ну ладно, тут Вист еще Сюрсон забирает. Посмотрим на попытку его забрать этот раунд. Нет, недолго посмотрели на эту самую попыточку. Так, что у нас... В арсенале команды Фейс Клана, видим, дропнул пешку у нас по ходу Керриган. Только флешка у него есть, так уже сбривают его. На распрыжке забрали. А все, она никого. Тизиан с этой хаешкой навряд ли остановит. Отдают план, беги. Ой, а тут десант.
Так, Тизен слышит, знает про игроков КТ, находит он луфмейстера в дым, знает ли про второго. Судя по всему, не сильно нуждает. Хаев Плент пошла, хороший дамаг по Броке, очень много дамага уже внес Тизен. Это пистолетка, три игрока с КТ, один с длины. Именно так вот происходит у нас ретейк. Кито, контакт, очень важно дать фраг здесь Кито. Очень важный фраг дает Кито. Так, есть информация по игроку Гуся, пошел выход, флеш набраться в окно. В спине уже Рейн, на люркер отыгрывает. Побежал в зигзаг обратно. Так, пока 3 в 2 у нас фатится на пленте Фейзы. Очень даже успешно. Красный Тизен его забирают. Прекрасно, что от твиста. 11. Второй карты даст 2 в плане результата. Выход на центр. Это сплит базы Б у нас организовывается Фейзами. Так, первый контакт забирает какие-то твист. Размен тут же от Гейда не заставил себя долго ждать. Тапсон врывается с КТ, забирает Олафмейстера. Фокус весь на выход с Т-шки. Прекрасно работает сейчас беги. Они вместе, отдав Б, отбили центр, в плюс размен вышли. И тут же потом фокус на Т-шку вместе и прям дрались. Браво, браво, но последние броки, он вообще не ожидает Гейда за дальним в этой ситуации. Прекрасно. Есть у Фейзов. Так, ну, Тапсон... есть информация по Рейну, Хаешку он получает, красный Тизиан, но по Рейну есть инфа... О, какой хаешка тут по Тапсону, боже, Хаешка забирает, Сырсон его, ну и равенство для команд. Но тут параллельно Фейс особо ничего не успели занять. В центр вроде бы вышел Керриган, но нужно, конечно, набрасывать смоки, чтобы немного хотя бы обезопасить выход. Это инфа для Хита. А что так ждем? Дернули плечом, все. Капец, один игрок под базой Б у нас остается. Гейт, новичок команды. Не, это развал. Очень неприятно. Но, честно говоря, раунд... После сейва двух девайсов так точно. При желании даже вновь втап... должен ее закрывать. И времени еще 20 секунд на этот выход. Пошла первая флешка. Дальний дым. Ну, Гейта должны проверить, по идее. Ой, тиммейта убили. Какие-то, ну все, нет, тут уже даже второго не забирает Гейт. Это 15-7. И это... беда. Никак иначе. Да, и даже вот сейчас в сетапе стояли игроки базы Б, но первый фраг тая, база Б, один лишь Сирсон, который с диглом нашивает просто в эти двери. От отчаяния, судя по всему, от него самого же прыгает Тизен, что-то по Тапсону, браво, твист. Ну, все, на этом заканчивается у нас первая карта. Последнего БО3 на сегодня. Вау, вау, вау. Фейзы, конечно, умнички, умнички, очень жестко. Какие-то просто на санях влетел, забрал Броки. Твист отвечает, третий фраг уже оформляет для себя. Заметил вроде бы, по идее, Сиксона. Минус 4 от твиста. Браво, Фейс Клан. Да, жестко уверенная победа, 16-7. В общем, тотал меньше, я думаю, здесь точно никто не ожидал, особенно победы команды Фей. А смотри, там уже беги инфу собрали, но недалеко друг от друга. Хелпы быстрые, разве что со спины будет с медла. Пошел хэд ковров, Тизен сбривает двоих просто спреем, прекрасно. Олафмейстер не сдается, два хедшота в ответ, плинте, в блайнде Сирсон стоит. Ну как так? Ну вот так прекрасно сыграл у тебя игрок ковров. Ему максимально, ну, некомфортно в таких ситуациях, при выходах коров может быть. Он двоих сбривает, бомба падает, и просто плент проваливается. 3-2, так или иначе, ретейк пошел, врывается уже Кита. Нет, Олаф его приконтривает. Ну и Олаф, в принципе, эту пистолетку на своих плечах забирает в своей команде. Уже видели Гейда, Керриган по нему стреляет, забирает его. Браво. Но не в ту сторону, все будет на плечах у нас Тизиана и Тапсона. Смоком закрывает Тизиан. Ух, как чуть сенсы не хотел. Ну, размен произошел. В пленте остается последний Тапсон. К нему тут же стягиваются остальные игроки команды BIG. Все на плечах капитана в этом моменте. Забирает он твиста, живет дальше. Браво, браво, Тапсон. Хорошо от смока отыгрывает. Но смок на малых все еще лежит. Это проблема для команды BIG. Так и происходит. Забирает в итоге Тапсона. Успевает Керриган до прохода смока занять плен. Ставится бомба. 3 в 3 ретейк. Постплен ситуация. Так, Сирсон. Там до 20 уже Кито. Боже, размен произошел, есть информация по Броке в тюрьме, он, ну, АВП в ретейке. Так, ну, есть вся информация по друг другу, по идее, сейчас, да, перестрелки просто пойдут, Керриган забирает Сирсона, важнейший фраг, Броки забирает Гейта, это 4-0, дамы и господа. Оттягивается у нас Кита, но перестраховаться Гейт, остался один, в песках не попадает Сирсон, дернули его с АВП, закрывается смоком, с ним на хлопе Тапсона забирает последний Сирсон, забирает он Рейна, забирает он Керригана, последний остается Броки, падает хэдшот, Сирсон это все дело слышал, забирает его, браво, браво. Хорошо так. Остается, не дернулись вообще BIG. И тут вопрос разменов. Кто кому хэдшот повесит? Тизен дает смог, живет. Твист. Находит под балконом, но что-то позиция была не очень. Тапсон. Нет, тут захлебывается атака. Керриган. Нет, не успевает ничего сделать. Ну, прикольно. Прикольно сыграли у нас фейзы, но тут же можно отметить бегов, которые фейс-клан. Ну и...
Только вопрос, я не знаю, там Сирсон спалился с АВП под Б или нет. Ну, так или иначе, приняли решение, куда выходить. Гейт забирает он Рейна, уходит, живет. Гейт — это очень важный мув. Лофмейстер на балконе. Кито забрал Броки. 3 в 3 остается этот раунд. Гейт в пленте не палился. Видит хедшот. Лофмейстер ответил. Гейт все еще живет. Гейт. Браво! Это батя, просто смотри, что он творит. Он минус 4 от Гейта, он просто. Выравниваются даже немного фаворит. Там становится команда BIG на 4 сотых. 1.85 на них, 1.89 на фейс. Так, это Гейт. Ой, а как же тут мимо себя всех пропустили? А что это Гейт произошло? В центре банана стреляет. Керриган уже бэплент убил. Лоу. Очень редко мы видим, чтобы втроем встречали банан, при этом вообще, ну, почти никого не видели. Да, ой, еще за сейвинч. Это вообще 5 в 0 раунд. Ну, не при... Нормально успел отойти Олаф, что будет прыгать. Ну, как минимум, подмашнил этим потушенным смоком. 10 секунд уже осталось. Время так тикает. Последний в пункте его прочитают. Нет. 5 секунд. 4, 3. Успевает нет, на Е. Нет, ай-яй-яй, не успел нажать. Лол. На клавиатуре все. Отморозился Кита. Этим просто взял сейчас раунд. Скал, да, и красным Сирсон оставился. Скаутом. Ну, можно уже сказать, что Сирсон не мобилен в этом моменте. Он не сильно-то помощник, по идее, будет в своей команде. Его стрелка инициатива от Бигу. Рейд, прекрасный спрей, боже. Задавили. В итоге еще и твиста в центре. Пытается ответить Броки, не попадает Тапсон. Душит дальше, душит. Смотри. Там слева Олаф. А, ну, вроде развернулся Тапсон, но Олаф был слишком в хорошей позиции. Вау, как видим. Круто действует у нас. Что, Гейт? Состав, да. Может, растащит? Нет, не растащит. Тут Броки контролируют ситуацию. Я АВП, АВП на длине. Ну, фейзы, в принципе, уже заняли ребра. В коврах выкатился дым. Планируется выход под базу. Сирсон забирает Керриган. Но в пятером играют игроки. Фейзклан не успел. Сирсон мог еще забрать. Дизин забирает Рейна. Так. Второй фраг. А все, тим 4, Ку. Так, а на ган-раундах вообще беги планируют так вообще играть или нет? Они просто все плохие баи какие-то. И закупы и растаскивают. Так, ну твист. Сейчас твист. 1-4 заберет, это вообще шок будет. Твист! Для BIG. Твист! Фух, слава богу. Сирсон, прекрасная работа. 3 фрага нахожусь. Возможно, в ее поисках сейчас и команда BIG наверняка. Но здесь сетап у нас на банане. Хедшот Рейн первый дает. Так, сбривает его Сирсон. Байт сетап? Чекает. Нет, не проведешь такого парня. Есть информация по накидывающему флешки с гробов парню. Ну и... В песках не рыпаются игроки фейзов. Это плюс раунд, скорее всего, для BIG. Или нет, Керриган. Оба! Раз. Фулов забирает Тизина. Так, Керриган. Ну, киты будут. То есть ретейк все равно можно пробовать делать. Еще Керриган тут живет. Что-то будет или нет? Керриган! Керриган! Ну, оставил 2 в 1 на самом-то деле своих тиммейтов. Гейт последний. А он и не ставит. Он разыгрывать сразу планирует. Уже, наверное, боялся. О, фейс, все-таки карта в запасе есть. Гейт. Так, его не нашли. А там фейк по дефьюзу. Что? А это ж флик был? Че он повесил? Паузу, судя всему, поставить. Преимущество есть для Face Clan. Нашли его на банане. 5-4. Так, ну здесь уже промутился у нас. Тут выход команды BIG. Слышишь, что Толпмастер забирает Тизина. Слепым, будучи, что, размен. Ладно, да, последний гейт на зигзаге. Так, ну гейт плотно потеет. Последний раунд, это четко видно. Нужен эйс! А я по голове получил. Нет, Виз нажимает. Телевизоры можете устанавливать и смотреть киноленту «Американская история X» по советам Константина Ленина на данный момент. Вот об этом я и говорил. Они просто душат, но наказаны тут же немцами. Просто 3-2 ситуация для BIG преимущества, но, возможно, и временная. Тут Лофмейстер с этого бойлера, он слышит, во-первых, быстрый проход по 15 и услышал игрока по номеру 4, это Тизиан, и забирает его. 2-2 ситуация, красный Гейтс АВП. Тащибельный раунд для обеих коллективов, в принципе. Постплан ситуация, ну и к ней будем передвигаться. Есть смачок в руках Гейта. Олаф! Просто без шансов. Да ну. Не, он прется, я не знаю. Когда Олаф прется на Инферно, ребят, это... Забей. Выключай сразу. Ух, как много потребовалось Тапсину. Ну, 10 кп. Может, хаешку какую-то? Рейн прыгнул! Успел приземлиться. Вот из-за этого прыжка Тапсон мог забрать Рейна, но он уже фокус отпустил с 20-ки. Только начал разворачиваться. Ну, 12-7. Ну, вообще, беги как-то законтрили больше эту агрессию. Просто красным остался у нас. Какой тайминг ловит Броки, а уже мог фраг первый дать. А если они впритык подойдут, будет очень неприятно команде Face Clan. Так, Лофмейстер пошел выход, флешки закидывают. Выход в плент, Броки забирает первого. Тут же размена Тизиана. Тви забирает Тизиана. Ну, эта позиция вообще не контрится, да. Гейда похоронили, Тапсон ответил, но немного запоздало. Хотя вот тут еще тонкий момент на катере спаунера. И навряд ли готов. Да, тут его срезали без шансов.
Так, ну капитан, ну 19-12, распрыжечка есть на месте, Тапсон уже это дело слышит, должен сбривать Керригана, так и происходит. Важный раунд забирает команда BG. Очень неприятный тайминг Броки словил. Выпад и агрессия, так, Рейн. Занимается у нас банан команда BG, пошел выпад на мидл, смотри, а сейчас можно АВП забрать, а там бомба! Нет, разворачивается, Лукмейстер сбривает и Твиста, и Гейда, еще и Кита забирает. Ой-ой-ой-ой-ой, раунд с юспами. Ну тут можно не доигрывать уже карту, если не такое выиграют. Да, я с тобой полностью согласен. Тем временем перестраивается у нас. Ну, Тизиан все-таки занял пространство. Благо, что Сирсон смог с АВП убежать. Но по спланной ситуации мы все равно увидим 2 в 2. Будет перестрелочка. Ой-ой, Тизиан. Забирает красного Олафа. Теперь у Броки есть инфа. Один в пленте, один на ребрах. Броки, что с инфой будет делать? Тайминг словит ли Тизиан? Хедшот словил Тизиан. А там Авик. Ой-ой-ой. Ну, знает, что АВП последний. Вот от этого ликотей. Есть Молотов, может как-то закрыть выход с шорта. Но это, а там уже, это уже экономически крутой для фейзов. Тут Броки даже, я не знаю, 10 секунд дефьюз сидеть. Так. А, не угадывает. Да, правда не угадывает, но заберет. Выбить авик и забрать его себе. Этим занимается Броки. 5 в 0. Раунд, конечно, отходит BIG, но эко более чем приятное для фейзов. Ну и смотри на деньги пигов. Но живет Броки. В паре с ним Твист играет от флеш, не убивая также никого. Тут очень важно не отдаться Твисту. Репикает он под смок. Олаф тем временем забирает Тапсона. Ой-ой-ой, проблема у команды BIG. Так, заход под флеш плент. Олаф. Забирают они с Твистом Кита Тизина. Развал кабинетов на базе А. Олаф еще и живет. Что? А что с тобой, дедушка? Минус 4. Ой-ой-ой. И не убил. Самое обидное в таких раундах. Броки. Не, ну тут 3 человека сидят. Да там Олаф живой, забей. О, что? Что повесил Броки? И закрывается смоком. И Олафа никто не чекает. Кито пытается срезать керри. Там уже Рейн с банана пришел. Не-не-не. Да не. Олаф! Ну, жестко. Тизиану сгорел в итоге. Да. Так, все, тут можно. Можно заканчивать. Ой, 5 в 3. Остается у нас Сирсон, Кита, Гейт. На их плечах надежда немецкого контрстрайка. На группу С получается? Или стоп? Или еще нет? Там нужно посмотреть расклады. Пока серия размена. Последний Сирсон со скаутом. Ну, это конец. Да. Да, браво, фейс-клан. Я не знаю, что здесь еще добавить. Просто браво. Браво, Олаф. Очень жестко. На первой карте Броки просто там творил нереальные вещи. На второй Олаф включился жестко. Ну, вообще, вся команда, план...